Уважаемые жители города Северобайкальска, гости нашего города, добрый день. Хотелось бы обратить ваше внимание на следующие моменты, что осенний период, в который мы вступили, кроме уборки урожая, еще знаменуется и подъемом респираторно-вирусных инфекций. В период выраженной активности ковидом заболевание ОРВИ вносит в нашу повседневную жизнь немало хлопот, как и в быту, так и в наши рабочие моменты. На что хотелось бы обратить особое внимание. Первое. При первых признаках заболевания, таких как подъем температуры, недомогание и слабость, кашель, боль в горле, головная боль, насморк, расстройство стула в виде диареи, необходимо оставаться дома и вызывать врача. При этом прошу и напоминаю о том, что вызова должны быть обоснованные. То есть выход в поликлинику не обязателен. Еще раз повторяю о том, что вызывайте, пожалуйста, бригаду врачей с поликлиники к себе на дом. Второе. При первых признаках заболевания ограничьте, пожалуйста, контакты среди своих родных и близких, особенно с пожилыми людьми, это бабушки и дедушки. Они особенно тяжело переносят все заболевания, очень легко им все это передается, и, как мы видим, излечение проходит очень длительно и очень тяжело. И третье, на что хотели бы обратить внимание, это строго выполнять те предписания врача, которые вам рекомендует или терапевтическая, или педиатрическая служба. Следующее, на что хотелось бы обратить особое внимание, повторяю, особое внимание, это проведение вакцинации. Сейчас у нас продолжается вакцинация от ковида и продолжается вакцинация от гриппа. Вакцинальная кампания продолжается, она в поликлинике. В поликлинике мы вакцинируем от гриппа и от ковида. И выездные бригады, они выезжают на предприятия, вакцинируем от гриппа, повторяю, от гриппа, от ковида в связи с температурным режимом хранения вакцины от ковида. Это, ну, довольно-таки проблематично. Поэтому если организации готовы на вакцинальную кампанию у себя на территории, то мы, еще раз говорю, готовы выезжать и вакцинировать от гриппа работников на предприятие. Обязательно необходимо прививаться, только вот эти мероприятия, они позволят, если даже вы и заболеете, перенести болезнь легче и без осложнений. Прививочная кампания от гриппа вообще она началась у нас от 17 августа и будет продолжаться до 1 ноября. Между прививками, обращая ваше внимание, срок постановки должен быть не менее месяца. Например, если вы 1 сентября привились от гриппа, то 1 октября необходимо будет после 1 октября прививаться от ковида. И наоборот, если от ковида привились 1 сентября, то через месяц после 1 октября необходимо привиться от гриппа. То есть, еще раз повторяю, разрыв между вакцинами должен составлять не менее месяцев. Инфекционисты советуют, так как грипп, вакцинация от гриппа, она носит сезонный характер, то в первую очередь советую сейчас до 1 ноября все-таки привиться от гриппа и в последующем, повторяю, через месяц уже прививаться соответствующе от ковида. Все прививки, напоминаю, проводятся на платной основе и проводятся в стенах лечебного учреждения, в локомотивном депо железнодорожников мы прививаем, ну и выездные, как я сказал, от гриппа проводятся на территории предприятий. Заявку необходимо подавать заранее. Для информации, оперативные данные по заболеванию ковида в городе Северобайкальске на 16 сентября у нас заболевших 46 человек. 46 человек. В том числе в стационаре у нас 8 человек. И, к сожалению, стационар постоянно пополняется 2-3 человеками в сутки. И 38 человек находится на амбулаторном лечении. С января 2021 года по 16 сентября сегодняшнего дня, значит, за 8,5 месяцев умерших, к огромному сожалению, от новой коронавирусной инфекции у нас зарегистрировано 20 человек. В
том числе 16 человек это умерло у нас по городу Северобайкальску, и 4 человека это умерло в стационарах города Улан-Удэ. Обращаю ваше внимание о том, что все умершие не были привиты от новой коронавирусной инфекции. Этот факт неоспорим, о нем надо говорить, и вы должны об этом знать. Поэтому, пожалуйста, еще раз убедительно просим вас пройти вакцинацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Напоминаем вам также о забытых за лето нами правилах. Это соблюдение дистанцирования в общественных местах, ношение масок и обработка рук кожными антисептиками. Берегите себя, берегите своих близких, родных, будьте здоровы. Спасибо, всего хорошего, до свидания.